здесь на поле встретили овечек. Их так много. Сказать, что их сотни. Максим, будем считать? Мама! И они такие разные. Такие красивые. Вот их много-много. Пасутся. Как ты думаешь, здесь есть 500 штук? Называется отара овец. Мы очень хотим спуститься, но боимся, что нас могут забодать. Здесь и козочки, и овцы. А, вон дядя, видишь, он с собакой. Вон, овчарка. Да, пасет, вон. Видишь, с овчаркой. Цветочки уши, да? Подобрались к ним поближе. Так, кто-то нас смотрит, специалист в этих козочках. И слышно, как они им срывают эту травку, и такой хруст. Пастух за ними идет и никого не оставляет сзади. И пахнут так. Да-да, не подхожу. Вон еще птицы какие-то, их так много. Вдалеке. Овчарка. Такие красивые они у вас. Вы с Веточкой Калины еще идете. А сколько их? Много? 1200, да? А вот там они там живут. Всего 1200.